Время. Сотни скворцов погибли в результате массовых новогодних фейерверков. И это несмотря на запрет местных властей на запуск пиротехники. Фото и видео с лежащими на земле пернатыми опубликовали пользователи соцсетей. Птицы падали на улицы, тротуары и террасы жилых домов. По данным представителей Международной организации по защите животных, из-за оглушительных взрывов птицы срывались с места и врезались в линии электропередач и окна. А некоторые умирали в результате сердечного приступа.